А у вас же дочь тоже в шоу-бизнесе, Мими, а же она тоже поет, Мими Руссо. Ну, поет. Она не гастролирует, нет, с вами? Почему, почему с вами не гастролирует? Смешной имейл получили недавно. Угу. Значит, из района, ну, города Ростова, то есть промоутер там местный, который работает с артистами, говорит, предложение гастролировать с дочкой, я предлагаю 10 концертов, обозначьте, пожалуйста, гонорар, и мы договоримся. Ага. И количество вот людей. Ага. Ну. Она... Что делать бедной, то есть маленькой девушке взяться на гастроли? Ну, да. Вот это ей не хватает. Я делаю это не для карьеры для нее, понимаете. Чтобы она сама была, ну, понимаете, чем-то занята, поет. Но не хочу давать ей эту профессию, понимаете? Да? Я, да, не. Я люблю свою профессию. Да. Я против абсолютно ничего не имею. Но я не дам своего ребенка, чтобы тоже, то есть ребенок тоже прошел этот путь, по которому я прошел. Ну, по такому пути, я думаю, Мими точно не пройдет, потому что ей, она и в монастырь, я думаю, не попадет, как вы. А в Париж поедет только на шопинг. Но мне просто, я видел на YouTube несколько записей. Видео, да. Мне кажется, что ей нравится петь, нет? Или это она в имидже просто изображает, что ей нравится? Мне нравится ей петь, но она не как я. У нее есть сила воли, слава богу. То есть характер, хорошие черты от меня она взяла точно. Так. То есть самый хороший в ребенке, когда начинает ребенок сам... От Господа, конечно. Получить то, что самое лучшее отца у матери. Мы не хотим давать то, что у нас плохое. Нам не нравится в себе, скажем. Так же вот она получит. У нее есть сила воли. То есть она может от всего отказаться. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».